благодарственное письмо, подписанное начальником межмуниципального управления Красноярска Березиным Николаевичем, сказать еще раз слова благодарности преподавательскому составу, который воспитали такого парня. Особые слова благодарности, конечно, родителям. Артем, поздравляю. Опять награждаем молодого гражданина, учащегося, которому не безразлична судьба жителей нашего города. Равняйтесь, стремитесь и будьте такой, как он. Поздравляю. Полиция быстро приехала, а то уже собирались люди уходить. Ну, я был осведомлен, что по подъездам ходят две женщины и обворовывают людей. Когда я шел из школы, я заметил в своем подъезде двух подозрительных женщин, которые представлялись погорельцами путем доверия, обворовывали людей. Я решил сообщить это полиции. До этого я им предложил отдать рубашки и принтер. Ну и таким образом я держал время для прибытия наряда.